Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1046. События дня. Откровение 22:12. «Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Какое предупреждение? Повторяю здесь сколько? Откровение 22, 27, 34 раза предупреждает Господь. За 27 октября 2018 года, суббота была, наше объявление. Тоже. События вчера приехала Любовь Минаева из Потеряевки. Господь ее очень беспокоил, и она не находила места себе. Приехала за 150 километров. Это большое событие. Событие. Приехала, чтобы помолиться вместе, чтобы Господь дал ей покой. Помолились, побеседовали. Вот две беседы, вот так называются они. Порог Иеремия 33:3. Ну, через черточку тут, потому что система не принимает двоеточие, а уже когда ставишь, там переменить можно. Галина Влеська пишет: «Мир вам! Благодарю вас, Игнатий Тихонович, за глубочайший и полный ответ всем нам и друзьям, и врагам о святых и о Ваале. Мощные из орудий Библии слова Бога. Задумываясь над вопросом и о нерожденности свыше и хулы на Духа Святого. Много в моем черепе зашевелилось вопросов. Что из двух этих тем первично, и возможно ли покаяние таким душам? Спаси Христос, работаем». Ну, видишь, Галина, теоретически да. Но бывает эта грань написана «Похуривший Духа Святого». Вот это беда. И я не знаю, чтобы эти люди каялись. Просто нет этого. Это поэтому определяется до конца. Он до конца отрицает все. И у них выражение лица у всех одинаково. Вот такое же, как у этого. Наглое такое выражение. Или... Ну, все меняется. Вера полностью потеряна. Веры нет. Он еще говорит... Старое что-то там сохраняется, теперь везде спорит и куда-то идет, кого-то зовет, а ничего нету. Сухая трескотня и безумие. Ну, жил человек, сделал, потом рехнулся и поехал. И вот так и эти нападают. Он был Потеряевки, имел, дальше начал нарушать. Главное нарушение – это седьмая заповедь. Святой Аполос об этом говорит: нет страшнее греха. И до конца запирался, потому что сохранить семью хотел. То есть блудил, но чтобы жена не знала. Ну, а потом все это вскрылось. И... Ужас один. И вот ролики, где выставляют люди, все о блуде. Блуд поглотил все. Второе место по греху – это убийство. Убийство младенцев, убийство взрослых. Везде. Везде о войне. Ну и прочее. Убийство душ. Он и ложь. Непрерывная ложь везде. Это на первом месте Евангелие от Иоанна 8:44. Ваш отец дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Хотите. Верующий Сына Божия, рожденный свыше, не грешит и не может грешить, говорит Иоанн. То есть это не его природа, а это он везде ищет такой. Это его природа. Он рыскает по помойкам, все подряд поглощает, как гиена, переваривает и дальше начинает сблевывать на людей. Еще и правителей поносит, и церковь. Все. А друзья есть? Нет, у них друзей не может быть. Они пожирают друг друга. И они отвращаются. Они понимают, что смотреть на изображение в зеркале – это одно. Другое дело – встретить подобного себе. Зло выборочно не бывает. Они сразу же находят друг друга недостатки. И потом пожирают. Тут был такой, фамилия его Маслич.
камере сидел убийца серийный. Посадили двоих в камере смертников. Тогда еще расстрел был. И один из них только другому-то и сказал: ты вот, Саша, напрасно того-то человека там убил-то. Вот это. Он ночью сразу этого задушил, убил. Вот шариковая ручка. И вот самое острие он затащил о пол бетонный, вскрыл ему клетку, вытащил из него там сердце, печень, и в кружке все сварил и съел. Это здесь было, в Барнауле. В Барнауле написали все, и я встречался с ним, заходил. Близкий мне человек, адвокат, вел его дело. Эти вот такие духовные мертвецы, они точно так же. Вот фильм там ставит он, фильм. Вал, он не знает, что сказать. Почему то, что был здесь, у него все разрушено. Зависть съедает и ненависть. Он как муха на падаль всякую везде лезет. Где бы что ни было скверное, все поглощает. И... Вот главное событие, что приехала Минаева любовь к нам. Мы долго беседовали, два ролика здесь стоят. Вот. Вот они стоят. Я показываю их. Вот сейчас. Вот она. Работникам своим. Но нужно было показать, что они работают. Работают. Вот она сидит, приехала. Успокоилась и помолились вместе. Говорит, никакого покоя не было. А мы молились здесь о ней все. Потому что там, ну, неладно в душе у человека было. И она это поняла и приехала. Но я главный вопрос говорил. Надо бы народиться свыше, отвергнуться себя. И тогда мы не будем слышать, что о нас там они говорят, не соответствующие действительности. Ну, ты одна, за тобой ничего нет. Я должен объяснять, потому что за мной еще стоит и работа здесь, и детский лагерь, и деревня. Я просто обязан это делать, не спровергая человека. Они, порази пастырь, рассеются овцы. А ты-то одна, я говорю. Ну, беседа хорошая была. 2,5 часа. Я даже не помню последнее время, когда такая беседа была. Ровно 2,5 часа пробеседовали с ней. Вот так. Ну, еще сказать. Показать наши ресурсы. Это вот мой мир, люблю я здесь. Вот вверху кистини 2, собачка, mail.ru. Это тебе адрес, почта, писать можно, спрашивать. Вот. Другое, это наш форум, православный форум, 1600 тем. Ну и вот это наш видеоканал православный. Большой очень канал, очень большой. Вчера я смотрел. 12 925 роликов, 26 190 000 просмотров и 26 592 подписчика. Вот так. Тут все занятия, все время выставляем жития святых начитанные. Ну, людям-то что нравится? Что-то другое. Просмотров мало житий святых, из Златоуст один просмотр, один. Вот сегодня вот занятие с детьми 39. Вот. Занятие по изучению Слова Божия 45, Златоуст один. Вот. Вчера я выставил вот этот первый номер. 1086 просмотров за день. 1000. А тут же Златоуст был всего 35. Ну, дальше-то и... Идет Златоуст 35, побольше тут 40, но все равно они тысячи. Ну и во свете Библии. Раньше я тут вел это, сейчас какие-то у меня тут надо посмотреть, на чем мы тут остановились. Дети. Чего нету? Вот. Дорогие лагеря, кто? Видимо, сюда. Надо еще будет сказать, дети последние. Те, кто герои. Вот
Что день-то какой? Я не смотрю, здесь туман такой какой-то был. Надо заново показать. Вот это православный. Не видно было. Ну, такая наша техника. Заново покажу, где. Что суббота, богослужение. За хлебом сходили нам, печет сестра одна из нашей муки. Пополам ей половина, нам половина. Это тоже работа. День-то так вот и проходит, наполнены здесь ответы. Благословен Господь. Сегодня-то воскресенье у нас. На этом конец.